Взаимный жаба-гадюкинг на болотах достиг нового уровня. Застрелился Z-военкор и российский военнослужащий Андрей Морозов, он же Мурс, вел телеграм-канал, нам пишут из Янины. Больше не пишут из Янины ничего. Морозов застрелился. Дело в том, что после его поста о потерях российской армии в Авдеевке, а он их даже чуть приукрасил, но и этого хватило, чтобы разразилась истерика, травля, хейт со стороны Соловьева, Витязева и Гаспаряна. Кончилось тем, что Мурс решил застрелиться, вот, ну и написать, что в моей смерти вините эту троицу. Ну а троица в устами Витязевой говорит, там Мурс был просто слабак. Хорошая история, передушите уже, передавите там друг друга поскорее.